Спонсор ролика – интернет-магазин компьютерных игр steampay.com, где вы сможете приобрести лицензионные ключи для Steam Origin по самым лучшим ценам. Ссылка в описании. Че, как дела, бро? Меня зовут... И вообще, да, знаете ли, это мое имя. Daily News, известный изобретатель, создал первый реактивный ранец в мире. Добро пожаловать, пилотер. Эта игра выглядит весело. Я прям не дождусь, когда мы ее посмотрим. Начнем мы с парка. Окей, ладно, посмотрим первое задание. Приземлитесь на первую скамейку. Окей, я сделаю это. Примерно так. Ты должен сначала лететь вверх. Куда я направляюсь? Окей, окей. А, нет. Давай. Приземляйся на скамейку. Да! Я сделал это? Нет? Ну ладно. Давай вперед. Черт подери, это... Это же невозможно! Да брось! Я еще живой, черт! Мой бог! Да! Да! Прелестно! Приземлиться на ящике. Примерно так. Даже не смейте говорить, что я плохо играю в эту игру. Это... Не, о мой бог. Это выглядит легко, но о мой бог, что ты делаешь? Что если тот, кто сделал реактивный ранец, изначально сделал его неправильно? Дерьмо, мужик! Какого хуя? Прелестно. Это еще что? Пробудьте в воздухе 10-2 секунды. Блять, да. Сделайте бэкфлип, а потом приземлитесь. Вы прикалываетесь со мной? Как я? Я так провожал. Что? Нет! Да! Я не знаю, что я делаю в своей жизни, бро, и... Просто наслаждение жизнью с реактивным ранцем. Давай. Давай, осторожно. Осторожно, реактивный ранец. Да! Блять, у меня теперь ход... Огромный хот-дог на моем лице. О боже. О боже. У нас получится. У нас получится без проблем. Это космос, бро! Это космос! Давай! Че ты делаешь? Нет, да брось, пожалуйста, делай что-нибудь. Помоги! Помогите! Вперед, реактивный ранец! Вперед! Лети к своей мечте, реактивный ранец, а я тебя пока подожду вот здесь. Долети до облаков, а потом приземлись, нет проблем. Без проблем, бро, взгляните на это дерьмо. Я еще сделаю сальто специально для вас. Так зацените это дерьмо! Примерно так. Я и хотел так приземлиться. Получилось? Сальто. Взгляни на это дерьмо, пацан. Шокирует город воодушевляющими трюками с реактивным ранцем. Я знал, что можно достучаться до сердец людей с помощью сальто, бро. Я говорю так. Множество раз. Помните дни с Happy Wheels? Я постоянно делал сальто, а вы, бро, мне говорили, что за дерьмо он делает. И вот 5 лет прошло. О мой бог. Напишите что-нибудь в комментах о моих волосах, они клевые. Спасибо. Окей, П. О боже, о мой бог. О мой бог, о мой... Без проблем. Да, без проблем, без проблем вообще. С этим дерьмом все в порядке. Да? Без проблем! Проблема! Вау! Надеюсь, вам понравилось это видео. Мне было весело. Это маленькая веселая игра, и ссылку на нее я оставлю в описании. Или сможете найти пилотера на iOS, если я такой ленивый, чтобы оставить вам линк. Это ваша жизнь, и вы свободны делать все, что захотите. Но обязательно вам нужно лайкнуть это видео. Спасибо, бро, вам за просмотр.
Увидимся в следующем видео. И как обычно, вы клёвые, бро. Эй, вступай в наш паблик PewDiePie ВКонтакте. Там легче найти все озвучки, и там очень клёво. Ссылка в описании. А перевёл, озвучил виски. Как-то так. Ага.